Так, где мы находимся, отгадайте. Мичиган Сити, Мау. Пока я еще не поняла, что это Мау. Сейчас будем смотреть на берегу озера Мичиган. Запах морской. Не, а соли нету, как морской запах. Не морской, а да, воды, вода. Вот Starbucks. Начинаем со Старбакса. И вперед. Это такой открытый мал, отдельные магазины. Не маленькие бутики, хотя здесь, может, и есть, а большие H&M и так далее. Так, Starbucks. О, красота. Это у нас... А чё, ничего нету? Не написано? Мол? Манго, драгон, фрут. А. Лимонад. Лимонад. Так, а мой вот. А, они тут наклейки не делают. Strawberry пюре. Еще мал. Кстати, мне почему-то напомнила Хьюстон. Атмосфера хьюстонская, короче. Оля, этот лимит. Он открытый. Ну, тут, конечно, цены. Я была последний раз в Линд, в этом, в аэропорту. Где? В аэропорту. В Чикаго? Да, кофе даже, шоколад. Так, кофе. Детям вот. Покатушки. Покатушки. Песенки американские. Это тут, наверное, когда... Движение какое-то, да, хот-доги тут продают. А когда тут движение? А вот на выходные, может. Сегодня среда, тишина, спокойствие. Такой мал интересный тут, особенно в среду спокойно, тишина. В Starbucks вообще мы одни были. Классный дринк, конечно. Если кофе не хочется, вот. Типа коктейли, коктейля, но... разбавленный такой и не сильно густой, с этим, с водой, со льдом, вообще классно. Так, а я ищу дамскую комнату. А, вон впереди я вижу. В Старбаксе не было, представляете? Так, это тут сцена какая-то или что? Интересный мал. Я такого в жизни не видела. Отдельные домики такие. Возле, на берегу озера, кстати, там вот рукой подать, так сказать, в ту сторону, вправо озеро уже. О, вот, сразу клеточку пальто. $20. Нормально. Рубашка, халат, платье. $40. Вот. Я хочу жакетик какой-то себе такой уже. Оверсайз. Кофточка, блузка неплохая, рукава раскрешенные, смал, такая широковатая, с таким вырезом, large жакет, но прям очень large, экстра смал. О, надо померять. Они длинные, видите, раньше были экстра смал, он был бы вообще маленький. А это надо померить. Платьице неплохое, кстати. 34. Вот такого на маленького, на худенького. А, вот это вперед. Смотрите, М-ка. Не
бежевый жакетик. М-ка, ну М-ка большой. Ларч. Еще больше. Класс, платье. Ларч. Что-то на меня. Как сейчас мода в таких комбинашках. Но это с рукавами. Нормальная. 29. Вот, как вам лук? Ага. Не, ну так оно смотрится, конечно, жакет такой здоровый. Но экстра смал. А, да, вот бежевые оно, смал, жакеты. Жакетик. Ну, тут рукава присборенные. А, рукава обычные. Я хотела вот завернутые рукава, классные жакеты, когда-то видела. Так, есть такое шоколадное платьице. Ну, конечно, не видно ничего. Что-то такого вот, хотя еще жарко, но уже хочется осеннего. 38-й. Это что? Смал. Экстра смал. Обычные тоже можно померить. Ну, под такое платье, конечно, пиджак вообще не... Наверное. Не, ну да. Ой, кто-то там рыдает. Слушайте, мне кажется, в Украине где-то у меня такой купальник был. Вот. Что-то так кажется. Сумочки пляжные. 29. Чё, они не на скидке? Я не поняла. О, шарфики. О, сумка. Да. Так выходи. Так, это я не пойму. А, $8. Это современные купальники или нет? Высокие, знаете, которые обычные какие-то. Обувь 35. Ой, легкие такие поролоновые. Бежевый цвет сам классный. 34. Такой каблук нормально. Грубоватые ботинки. Это что? И сейчас, по-моему, носят пухнастые эти. Вверх. Каблучок никакой. Такой получше, мне кажется. 35. Еще здесь много чего. Кожаный плащ. Серьезно? 65. Еще и рукава присборенные. Интересно. О, я хочу вот такую. Такие вот рукава. В России все такие телогрейки носят с такими пухнастыми рукавами. Был бы другой цвет еще. Класс. Ой, не могу. Это что?
лайкровые, в каких там годах мода была. О, жилетки. Жилетки классные. Так, а где ж такую найти, только другой цвет? Меряет, там Женя меряет. Конечно, балахон. Ага. Какой размер я взяла? А жакет какой-то маленький. Потому что смал я взяла. Хотя не скажешь, что маленький. Я не пойму. Как мне ходят? Жень. Да. Такие вот жилетки дутые, конечно, не для такого наряда. Эти кофточки классные Женя себе взяла, одну короткие, такая рукава вообще висячие, классные. 25. Что здесь? Нежненькие, да? А, ну так я же хотела жаки. А вот как вам? Чуть-чуть такой рукава длинные, но не до этой юбки, конечно, но. А вот присборенный рукав. Леопарды нынче в моде. Что платье, блузка. Thank you. Have a good day. You too. Какие-то пакетики у них странные стали. Да. А я тогда прошла возле него с пиджаком, оно запишет. Мой напиток тут стоял все время. Все, пошли. Сижу, Женю жду. Вот мой пакетик. Взяла жакетики, ну, в принципе, то, что я и хотела. Черный с присборенными рукавами и бежевый. И такую кофту, как уже не бежевая, я белую взяла, коротенькая, на пуговицах. А, и там майка, футболка с длинным рукавом. Это Женин пакет. Платьица такие классные, маленькие, все на Женю классно. Такие дела, вычинаем побыли. Сейчас пойдем дальше. Мы в лофт. 64, да. Цены тут, конечно. О, 80. 25% скидка. Типа жакетика. Ну, птица. $70. Вот на худых классно, ничего не выделяется. А вот рыжие платьица. Ну такое. Я вам скажу. 60. А что мы смотрим на цены? Нравится? А ну, повернись сюда. О. Так, это мы в лофт были. Banana Republic. Платье современное. Шелковое, да? Бля, это кожаное. Без цены.
А цены, а ну поверни. 30% скидка. $100. Все у нас. Да. А платье? 110. Платье дороже. Это очки, книжка. Сейчас посмотрим духи. 45. Нормально. Классно вообще. А ну, надо брызнуться и потом поносить их, да? Вот платье. Как на крещение. Это раньше такое носили, мне кажется. Горло. Так, рубашка на скидке. 54. Вот с такими рукавами. Это что? Без рукавов. Еще духи. Не, уже после тех эти не очень. 45 тоже. Чего такого, как после бани, да? Салатик. Может, вот это купить? 120. Жень. Такое, как сказать, строгое платье. Вот есть такой сарафанчик классный. Вообще. Ну, тут короткие жакеты, это с прошлых сезонов. Чемпион. Вот это типа маяк, да? Да. О, Майкл Корс. Лайтхаус. Да, на Майкл. Сумку купить за $200. Вот кустики какие интересные. У нас во дворе такие самые. Левис, да? Это ж компьютеры. Джинсы. Компьютеры. А, джинсы, да. А вон этот. Майкл Корс. Ой, да. Это с капюшонами. Нет, это такие вырезанные рукава. Такие не очень. Это для снега. Эти без рукавки. Ха, классно. Кстати, нельзя вот такую полоску. Надо в длину, да? Сумки. Томми. Катя. Так, а тут почем? 69. Не, ну. Хотя бы шлепки подешевле. $40. Нормально. Да, прошли что-то реальное. Носки, может, хотя бы. Футболочки желтенькие, это в детских размерах. $16. Вот рубахи какие. Hi. Do you need to hang this with you or not? Yeah, if you can leave. Okay. Сан-Франциско, Калифорния есть. Чоколатте кафе. Супец какой-то. Угу. Ну потому что конфеты тут шоколадные, вот эти, как в Даунтаунах везде. Hello. Конфетки, да, $24 за паунд приблизительно. $7.
walnut. Слышишь, ты ела когда-то фадж вот этот? Oh, ice cream. Black cherry. Wow. Так, а здесь какие-то тортики. Plain dip cheesecake. Шоколадный. Ох, видно. $7 чизкейк. Кусочек. Нормально? Нормально я. Значит, что у нас? Grilled chicken sandwich, Philly. Пахнет чебуреками вообще. А это... А суп непонятно чем. Тоже grilled chicken, да? Фахита? Да. Wrap. И огурчик соленый. Lobster... Как он? Биск. Биск. Улетай. Суп. And... Латте. American Eagle Outfitters. Вон, красиво. У него такие магазинчики интересные. Так а где же этот? А тоже Чикас. Ты была в Чикас когда-нибудь? А, тоже платья там всякие. Вроде как. Вот карта, давай посмотрим. Вот экспресс, а нам дальше на 701 как. Книжный верхаус. Да. Как Миша, вот, смотрел там, что по $5, по 10. Если ты мне еще дашь $5, то я куплю вот это, что за 10. Да, заведенный. Поехали. Где-то в кладовке. Плесени. Угу. Для пластика. Вот. Огонь. Носочки. Кроссовочки. Цена 80. Сто. What? 110. Платье, халат. $40 очки. Жакетик, как этого проводника с золотыми пуговицами.